Детские сады в условиях ритма современной жизни – настоящее спасение для работающих родителей. Открыты они круглый год, за исключением перерыва на ремонтные работы. В эти дни в столичных дошкольных учреждениях уже отправили дошколят на короткие каникулы. В одних красят полы и окна, в других обновляют мебель. О том, как обстоят дела с ремонтом в районах республики, узнавала Светлана Джиева. К нам привезли новые кровати, трехъярусные, дышащие матрасы, микрофибра. Все мягкое, очень удобно. Дети очень довольны, уже ложатся спать. Такой радости в детском саду не испытывали давно, говорит заведующая Надежда Хаджигорова. На кроватях, которые были здесь раньше, выросло не одно поколение. За столько лет матрасы и деревянные каркасы пришли в негодность. Теперь же тихий час стал действительно тихим. Ни скрипов, ни выпирающих досок. Яркие и удобные кроватки не остались незамеченными и среди малышей. Каждый выбрал себе спальное место в любимом цвете. Мне понравилась новая кровать. Очень удобно, мягко спать. Яркие кроватки нам очень понравились нашим деткам. Раньше кровати занимали все пространство, а теперь здесь создана полноценная игровая для детей. Когда стал вопрос о замене мебели, мы обращались за помощью ко всем. Первым откликнулся на проблему известный хирург Бадма Башанкаев. Он и оказал детскому саду спонсорскую помощь. Сначала приобрел для детей шкафчики для одежды, а после были заменены и кроватки. Сельские садики очень нуждаются в этой помощи. Мы, конечно, очень благодарны, потому что так как сейчас наш садик расцвел, так мы вообще не жили. То, что у нас сейчас появились вот шкафчики новые, кроватки. У нас все было такое старенькое, знаете. А сейчас вот мы действительно просто, знаете, работать даже радостно. На работу идешь и просто улыбаешься здесь, потому что ну, все прекрасно, все есть. Для того, чтобы работать, все условия созданы. Дети – наше будущее. И видеть счастливые глаза малышей – это лучшая награда, говорят работники дошкольного учреждения. Впереди учреждение ждет ремонт, и с началом учебного года ребята придут в обновленный детский сад. Светлана Аджиева, Чарубушаев, информационная программа «День республики».